Доброго здоровья. У меня к вам такой вопрос. Приостановил я свое наступление на интернет, свою, так сказать, экспансию роликами. Сегодня сын мне сказал такую вещь, что первые мои ролики, они не содержат достаточно количество ключевых слов, а также они не содержат именно то, что те слова, которые отражают суть видео, и поэтому такие мизерные просмотры, хотя 1250 видео сделано, и большая часть несет интересную информацию, просмотры мизерные. И он говорит, пересмотри свои эти все ранние ролики. И вот как раз самые ранние, сколько там вот страница выдает, наверное, штук 25 их выдает. Я пересмотрел и исправил. То есть я там ключевые слова, в некоторых поменял название. И вот у меня к вам просьба. Вы понабирайте различные там словосочетания. Ну да, вот допустим, Малахов Геннадий, вы все набираете. Ну, различные темы понабирайте. Вот увидите ли вы мои те первые видео, которые я сделал еще в 2011 году и выложил их. Там есть интересные вещи. Такое веселенькое видео, когда я в Киеве начинаю вести передачу «Доброго здоровья» по-украински «Здоровеньки Булы». И вот там как раз в студии интересные такие вещи происходят. Вот такое вот видео. Интересно, откликнись, пожалуйста. Найдете вы такое видео, не найдете вы такое видео. Можете что-нибудь подскажете мне, как улучшить эффективность канала, отдачу от видео и прочее, прочее. Все. Понравился канал? Чувствуешь пользу? Звони в колокола! Ставь лайки!